А я ему и говорю: Зань, зачем ты сделал такую запись? Тебе же за это 2 поставят. И что в итоге? Ему поставили 5. Ха, как это? У меня так не прокатывает. Ха. О чем вы разговариваете? Да так, уже ни о чем. Акела. Понятно. Как всегда. Вот и звонок. Ты глянь, кто это? Я не знаю, может быть, это новенькая? Новенькая? Да не, вряд ли. Мой любимый 8 класс. У меня для вас есть такая новость интересная. Я думаю, она вам очень понравится. У вас в классе новенькая. Просто у нас в классе очень мало девочек, и я ее пригласил к нам. Вот и она. Представься. Меня зовут Веста, и мне 15 лет. И я к вам пришла из 20-й школы. Да присаживайся на любое свободное место. Признавайся, что ты в нее втюрился? Да нет, ты ничего, она ж такая худая и странная. Ты уверен? Ну да, что? Понятно. Да шучу я. На самом деле она прикольная. Итак, класс, кто хочет ответить на вопрос? Кто такие тигры? Можно я, пожалуйста? Господи, с кем я села? Что за кринша? Кинг, у тебя и так уже много оценок. Пусть лучше новенькая ответит. Кто? Я? Ну, ладно. Тигры — это млекопитающие... из семейства кошачьих, они полосатые и хищники. Ну, как вы. Ну да, и что еще? Ты можешь сказать про тигров? Ну, то есть про меня. Они красивые, как вы. Ой, подлиза. Согласна. Правильно, Веста. Ну, конечно, это правда, но... А что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Да можно я, ну можно я! Садись, Веста. Блин, меня эта новенькая так бесит. Да нет, мне кажется, она очень даже прикольная. И я думаю, что я с ней... Ну, то есть мы с ней подружимся. Ага, сейчас. Ты видела ее? Какая-то она вся роскошная такая. Может, она богатая? Да ты чё? Обычная львица. Ага, обычная. Так, всё, идите на перемену. Привет, я Комета. Приветик. Почему ты так на меня смотришь? Да вот хочу понять, ты ботанша или нет? Чего? Ты ботанша или нет? С чего это я должна быть ботаншей? Да потому что у тебя такой странный ошейник. Ты бедная, что ли? Да нет, с чего ты взяла? Ой, меня там, кажется, зовет учитель. Я пойду, прости. Какая противная. А. Ой. Эй, привет! А ты что меня так пугаешь? А как тебя зовут? Я сказала, я Веста.
А я Кинг, давай дружить. Нет, спасибо. Я не буду с тобой общаться. Да почему? Давай дружить. Убери от меня свои лапы. Ты чего? Кинг, а ну-ка от нее быстро отстань. Шэдоу, я впервые тебя вижу таким живым. Спасибо большое. Не за что. Уходи. Спасибо тебе большое. Да не за что. Я пойду. Ну ничего, ничего. Она пожалеет, что сюда пришла.